Арена должна выглядеть максимально интенсивно. Итак, Челси протезировать группу обороны. Номер 3. В центре поля мощный кулак Н'Голо Канте. Номер 7. Тиму Бакайоко. Номер 14. Сеск Фабригас. Сердагович. Номер 16. И 18 номер Даниэла Марти, который проводит свой 50-й матч за Лестер. В опорной зоне, конечно, его уже ждем. Ну и вот, стартовала встреча, стартовала не только игра наша, стартовал в принципе, стянул на себя игроков группы обороны соперника, и проходит вот эта передача. И здесь, как ни странно, мяч. Снова Фабригас. И снова под удар дали. Пока в чемпионате Англии есть. И вот как раз Варди. Новый клуб. Ну, а Лестер днем ранее дома сыграет против Флитвуда. Опасно! Оказать. Организовал. А может быть, сейчас будет еще один Джейми Варди. В чемпионате Англии. И уже виден почерк Пюэля. А пока к Шмейхелю приходит. Вращается к Варди. Мяч опасно. Еще один момент. Что творится? Воздушная угроза. Подача. Опасно. Ого-го. Еще один удар. Рюдигер. Фабригас. Нет ли офсайда? Удар поворотом. Раз идет сам. Передача на Акадзаки. Стенка. И еще. И нужно наказывать. По крайней мере пытаться. Удар поворотом. Штраф. Подача Фабригаса. И Шмейхель. Здорово. Классно. Шикарная передача. И удар поворотом. Синих вперед. Фабригас. Передача штрафную. А здесь Каспер Шмейхель. Конечно. Это и не понадобится. Нет. Марата. Неплохо. Марата штрафной. Передача. Мореза, хотя казалось бы, в никуда ее делал Варди. Морез опасно. Дальнюю штангу. Ну, что ты знал, Антонио Конте. Акадзаки. Здорово на Фабригаса. И подача. Этот мяч Куртуа вытащить. И он вытащил. Еще одна подача. Брака. Тоже много в исполнении 10-го номера. Но сейчас мяч штрафной. И вот уже потому чтобы покинуть клуб. Об этом позже. Фабригас. И снова секунда. Ставил корпус на Джимми Варди. И в итоге все равно потеря. Морез. Падение. Нет. Прибор никому не грозит в ближайшее время. Ну а вот здесь еще одна желтая вода. Ну и горчичник железобитый, когда была вроде бы подача, никто не трогал мяч. Никого. Неплохо. Павильон. Мозес, мяч штрафной, удар поворотом. Не то. Голу Канте. И дальний удар. Шмейхель накрывает. Опять смотрим, что здесь будет. Ничего не будет. Дальний удар Бакайоко не точно.